Всем привет, дорогие друзья! С вами НСД и Вита! Всем привет! Сегодня мы будем продолжать играть в Undertale. Да, чуть не забыл слово. Да? Будем сегодня продолжать. Мы закончили на Снежграде. Давайте продолжим. Продолжим. Вот. На Снежграде. Посмотрим, что у нас. Что мы тут? Мы же все обошли, все уже везде поспрашивали, что это как. В отеле все побыли, здесь побыли. Тут-то тоже всех прошли, так что будем проходить дальше. Давайте. Мы же скинули все вещи? Да, мы уже идем, кстати, дальше. Ну, в смысле, перемещайся. Да, везде мы все прошли. Если вдруг вы только увидели это видео, можете по ссылочке ниже спуститься, там будет первая часть Undertale, вторая. Нет. Да, вторая часть, может, это третья? Вторая, я уже запутался, сколько их. Честно. Это третья будет. Да, это будет уже третья. Так, ну что здесь? Давай. Это этот, как тот большой. Да, носал. Волк этот, для чего это? Просто так? Кстати, что? Да, меня не видно стать, я не могу уйти. О, что-то, я черный, я нига. Это туман. Нига. Человек, позволь мне рассказать тебе о некоторых сложных чувствах. Это, получается, папирус. Да, это папирус. Ну, как бы по ним видно. Да. Чувство, как удовольствие от того, что нашел другого любителя пасты. Восхищение чужими навыками, решение головоломок. Желание знать кого-то клевого, умного, кто считает тебя клевым. Эти чувства, они должны быть тем, что ты чувствуешь прямо сейчас. Мне тяжело представлять, на что должны быть похожи эти чувства. Однако, я крайне восхищен. Я даже не думал о том, что значит иметь много друзей. Мне жаль тебя, одинокий человек, но волнению нет, об одиночестве забудь, и ведь этому не бывать, и я, великий папирус, стану твоим... Нет, это все-таки неправильно, я не могу быть твоим другом, ты человек, я должен поймать тебя, тем самым я смогу осуществить мечту всей моей жизни. Могучий, популярный, авторитетный. Таков папирус. Новый член королевской стражи. Не будем на это, да, останавливаться. Че, он меня убить хочет? Да, но ты его не бей. А, ну да, мы же идем на хорошего конца. Да. Значит, надо что-то. Че, флиртовать или. А, флиртовать или оскорбить? Ну тут, наверное, понятно, что надо флиртовать с ним. Вот что оскорбить это. Что? Флирт? Так ты наконец покажешь свои безграничные чувства. Что ж, я скелет с очень высокими требованиями. Я умею готовить спагетти, и у меня нет отличия от отличия. Ну и я умею готовить спагетти, наверное. Да, конечно. Да? Но он же прям спагетти любит. Ну у меня нет отличительных качеств, я похож на него, нет? Ну ладно. Да без разницы, вообще, ну как бы... А, то есть одно и то же, да, будет? Ну конечно. Ну ладно. О, нет! Ты подходишь по всем моим требованиям, по-любому, если ты там выбрал, тоже будет тогда. Угу. Я полагаю, это значит, что я должен пойти на свидание с тобой. Чувак, я не хочу. Давай устроим свидание потом, после того, как я схвачу тебя. Так. Очень тяжелая атака. Ну, я аж вспотел. Папирус размышляет о том, что надеть на свидание. Ну, ясно. Ну, давай флиртовать. О, нет. Давай устроим свидание потом, после того, как я схвачу тебя. По-моему, что-то повторяется. Да. Ой. Ну, молодец. Хотел вот так сделать. Оп. Какая разница. Что приготовить на свидание? Я буду у него дома, если он готовит, собирается. Этого... Потом узнаешь. Это... Этого не может быть. Просто я, может, хочу куда-нибудь в ресторан. Че, опять флиртовать? Да. Давай. Вы флиртуете, но без... Бесло. Кажется, действие не разбито. Ну вот и все. Ну и все. Оскорбить теперь потом. Давай устроим свидание потом, после того, как я схвачу тебя. Ну вот. Ну это уже третий раз. Да. Тут будет все то же самое. Да. Ну лучше не надо рисковать. Что там, оскорбить его? Оскорбить его, да. Ну давай попробуем. Давай. Как самоотверженно. Ты хочешь, чтобы я обрадовался битвой с тобой? Я не заслуживаю такого радушия от тебя. Ну что там?
Я, конечно, очень мне неудобно было. Папирус капнул соусом маринада возле уха. Понятно. Чего, опять флиртовать или оскорбить? Оскорбить. Спасибо. Не нужно себя обманывать. Твои колкости... Колкости. Скрывают крутую привязанность. Скрытую привязанность. Ты чертова колючка, блин. Немножко попросил. Да. Он самый легкий тут у нас. Ну, пока не. Мазнул МТТ брендовым мальчиковым кремом возле уха. Прям кремом. Да. Оскорбить опять? Оскорбить. Нет. Не трать свои слова на меня. Мне кажется, что тут что-то не так. Вот, это одно и то же. Давай теперь, наверное, флиртовать, нет? Я опять тебе скажу, давай флиртовать. Ну, пока. Мне просто хочется. Ну, без толку. Ну, ладно. Давай устроим свидание потом, после того, вот, как да, я скажу. Вот, да, еще 500 раз прочитай, ага. А может, что еще? Пощада. Да? Точно? Ну, да. Ну, он же нет. А, в тот раз мне говорил это, то, что да, надо пощадить. Так, ты не хочешь драться? Тогда давай посмотрим, сможешь ли ты справиться с синей атакой. А, надо стоять. Ну вот да, вот сейчас бы еще. Тук-тук-тук. Оп. Тук-тук-тук. О. Оп. Успел. Я что-то на это, знаешь, так. А синий я же тоже должен стать. Теперь ты синего цвета. Это. Не синего. Почему он синий? Че он? Ну, короче, он примагнитится вниз. А, да? Да. Ну, как бы, я надеюсь, ты понял. Это моя атака. То есть, ну, я вижу то, что он внизу и вниз падает. Ну. Ня-ха-ха-ха. Теперь вы синего цвета. Что, действовать? Угу. Чаще? Нет. Нет? По-моему, пощады или... Ну, попробуй оскорбить. Оскорбить? Папирус забил на биту, потакая ваша биобиня. Пощада. Да? Не трать свои слова на меня. Оп. Ну, так уже намного сложнее, кстати. Ну, а ты как думал? Все это будет легко? Ага. Что? Я не думаю о такой шутке, как свидание. Штуки. А, штуки? Я думал, шутки. Да. Ну, что ж. Оп. 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 Запоминай, запоминай. А зачем? Да ничего, там у кого будет такая же атака. Ага, не заставляй меня использовать мою специальную атаку. Специальную красного цвета. О, тут уже что-то... Ой! Тут уже посложнее идет. Ну, а ты как думал? Конечно. Мне кажется, зря я там начальник. И я почти ощущаю вкус моей будущей популярности. А, ну то есть, да. Оп. 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 Тут стоять. О-о-о! Напугался немножко. Пощади. Папирус, голова королевской стражи. О. Ой-ой-ой-ой-ой. Папирус, непроизведенный спагеттори. Ну, неважно. Ой! О. Ой, это что-то, по-моему, не то сейчас было. Да, блин, надо где-то... Ау! Ну, ты видела, как я... Да, профессионально. Папирус хикает. Андай правда будет гордиться мной. Кто такой Андай? Узнаешь уже скоро. Скоро? А, не, не скоро. Оп. Ой-ой-ой! Да что так? Привыкай. Это еще пока. Король подстрижет изгородь в форме моей улыбки. Я вижу его улыбку, да. И просто ничего не. Знаешь, что ничего не так. Мой брат будет. Мой брат будет, ну, он не изменится так сильно. Наверное. Наверное? Он может измениться? Может быть. А может и нет. Ну, не знаю. Ой, папирус что-то шептал. Ну, ладно. Мной будет много восхищаться, но... Многие восхищаться, наверное. Написано. Оп. 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 Я схватываю на лету. Давай. Полюбит ли меня какая-нибудь такая же... Кто-нибудь так же искренне, как ты? Это что, типа босс или что, да? Это да, ну, тоже считается за боссом. Ну тут... Оп. Оп. О, ай. Не все потеряно.
Готовится к костяной атаке. Ну ладно. Такие, как ты, большая редкость. Оп! А это везде все, да, кости? У меня 5 осталось. Да, вещи? Да. А что взять? Это, как его... Кусочек снега? Конфету бери. Ага. А где она? А вот этот курсач? Ты, короче, перелистывать можешь. Вот сейчас, да. Вот, да. А, все, понял. Вот это, да? Ну, хорошо, вы съели монстра конфету. Стали монстром. И попасть на свидание будет тяжеловато. Оп! После того, как я схвачу тебя, я отошлю прочь. Что? Конечно, ага. Да какого это, да кого это волнует? Сдавайся. Оп. Так. Опа! Не, все равно попал. Ну ладно. Пахнет костями. Ну да. Сдавайся или встретишься с лицом со своей специальной атакой. Что у него за специальная атака? Это значит еще легкая? Ой, и то, блин, я попадаю. Костяной атаки, а это были не костяные атаки. Да, очень скоро я использую свою специальную атаку. Ну и так использую уже давно, если хочешь. Или просто сдай. Надо использовать? Наверное. Да? Два скимо. Тоже мало ли. Половина два скимо. Еще чуть-чуть, и я использую специальную атаку. Так вон, когда уже будет использовать? Оп. Ой, так легко. Легко, угу. Это твой последний шанс. Перед специальной атакой. Ну, я уже почти научился. Ну, давай. Узри, моя специальная атака. Это собака. Что за черт? Это моя специальная атака. Эй, ты глупый пес. Ты слышишь меня? Хватит жевать эту кость. Эй, что ты делаешь? Вернись сюда с моей специальной атакой. Ну ладно. Я просто использую очень крутую обычную атаку. Ясно. Вот еще одна абсолютно обычная атака. Оп, блин, да где там? Ну я просто не видел. Ой, оп. Да, простая атака. Очень непростая. Ну она... полегче, чем... Нет, ну она такая. О! Что произошло? Ой. Вверх, еще выше, выше. А, меня не отняли. Да ну. А это вот, что это? Это очень тяжело, Дима, это очень тяжело. Оп. Я ему лицо задыхал. Лицо задыхал. Что же, ясно, ты не можешь победить меня. Да, я вижу, что ты дрожишь от страха. Следовательно, я, великий папирус, решил даровать тебе сострадание. Я пощажу тебя, человек. Это твой шанс принять мое милосердие. Битва? Ага, сейчас. Ну вот. Все так просто. Нет. Что-то там такое. Я даже не могу остановить такого слабака, как ты. Ты что, в ладошах почти повыиграли? Ага. Андайн будет разочарована во мне. Я никогда не попаду в королевскую стражу. И мое количество друзей остается прежним. Останется. Что вы скажете? Будем друзьями? Что за неудачник? Куда? Ладно, мы на хорошую концовочку идем. Правда? Ты хочешь со мной дружить? Тогда, полагаю, я думаю, я могу сделать поблажку для тебя. Вау, у нас даже не было первого свидания. А я уже умудрился попасть в френд-зону. Кто знал, что это бы... чтобы завести друзей, надо было заставить их решать головоломки и сражаться. Да. Ты многому научил меня, человек. Сим, я дарую тебе разрешение пройти дальше. И подскажу, как выбраться на поверхность.
Продолжай идти вперед до конца пещеры. И когда достигнешь столицы, пересеки барьер, удерживающий нас под землей. Магическую печать. Под землей магическую печать, удерживающую нас на ладони. Что угодно может войти, но ничто не может выйти. За исключением кого-то с сильной душой. Кого-то, как ты. Вот почему король хочет заполучить человека. Вот почему. Он хочет открыть барьер с помощью силы души. Тогда мы, монстры, сможем вернуться на поверхность. Ой, я чуть не забыл тебе сказать. Чтобы добраться до выхода, тебе придется пройти через королевский замок. 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 Ну, конечно. Там замок, замок. Король всех монстров. Он такой, в общем, он большой пушистик. Каждый любит этого парня. Я уверен, если ты просто скажешь... Прости меня, Мордримур, могу я пойти домой? Он проведет тебя прямо через барьер сам. В любом случае, хватит разговоров. Я буду дома, как крутой друг. Не стесняйся приходить ко мне на свидание. Что он делает? Он куда-то... Ой, куда-то упал. Так, что мы, дальше идем? Да. А куда дальше? Пойдем к Сатирусу. А, опять к нему, да? Да, чтобы подружиться с ним. Ну, пойдем. Ну. Мы все равно далеко не ушли. О, он тут стоит. Так ты вернулся, чтобы пойти со мной на свидание? Ты и правда отнесся к этому серьезно? Я должен отвезти тебя в одно очень особое место. Место, где я люблю проводить много времени. Ну, пошли. Быстро так идем. Что он делает? Кругами ходит. А, мой дом. Прикольно, кстати. Да. Ну ладно. Куда? О, прикольно. Что тут можно? Это ручной камень моего брата. Он постоянно забывает его покормить. Как и обычно, мне пришлось взять это дело на себя. Камень покрыт кондитерской посыпкой. А, ну так он его кормит, да? Угу. Так, что тут у нас? Грязный носок с кучей прикрепленных записок. Санс, пожалуйста, подними свой носок. Ок. Не клади его обратно, убери его. Ок. Ты убрал его на 2 сантиметра левее, забери его. Ок. И не приноси его назад. Ок. Он все еще здесь. Ты же сказал не приносить его назад в мою комнату. Забудь. Грязный носок с кучей прикрепленных записок. Ну, мы только Санс! Что читали. А, то есть это будет то же самое. Я просто думал, может, это другое. Сейчас, секунду. Я тоже ладошку похлопал. Так, что, телевизор? О, это мое любимое шоу! Говорят, оставайтесь с нами в ожидании новой передачи МТТ. Что? Обычно оно интересное. Это просто плохой эпизод. Не осуждай меня. Ну, как бы и не собирались. И хочу полежать. Вы трогаете диван. Он издает булькающий звук. На диване вы находите горстку просыпанных монет. Вы получили... О, прикольно. А можно еще раз? Деньги. Это Так, тут чем? Это сборник анекдотов. Заглянуть внутрь? Ну, давай. Внутри сборника анекдотов лежит учебник по квантовой физике. Здорово, вот это прикол. Рука чешется. Вы заглянули внутрь. Внутри учебника по квантовой физике лежит еще один сборник анекдотов. Мы заглянули внутрь. Внутри еще один учебник по... Мы решили остановиться. Да. Ну, хотя бы остановиться. Че, пройти сначала или к нему? Нет, иди дальше, вон туда вот. Сюда. Угу. Он что, за мной ходит, смотрит, украду я что или нет? Нет, чтобы тебе что-нибудь рассказать, как бы. Да, может туда-сюда ходить. Зачем? Просто прикол есть такой. А, да? Это мусорное ведро. Посещаю его в любое удобное для меня. Мой брат всегда ходит куда-то поесть, но недавно он попытался испечь что-то. Это было похоже на пирог, но наполненный сахаристой субстанцией без яиц. Что за абсурд? Ясно. Тут что? Прикольно. Впечатляет? Я увеличил высоту своей раковины. Теперь я смогу засунуть под нее еще больше костей. Что? Лови это ходячее недоразумение. Я не поймал. Проклятие.
Санс, хватит портить мою жизнь случайными звуками. А тут теперь больше нет ничего. Забудь об этом. Ага, заинтересовался моим музеем еды? Прошу, оцени мою кулинарную выставку. А половина холодильника забита контейнерами, на которых написано спагетти. В других половине нет ничего, кроме пустых пачек из-под чипсов. Ну ясно. Что ты говоришь, и так владеть? Да, можно. А ну я слышу. И чё? Ну все. И чё? Все. А, это и есть? Да. Нет. Чё? Ух ты, быть радушным хозяином утомительно. Все. Это был весь комментарий. Ты что, вот так вот делаю? Может, он там загорится потом? Да, не. Он там просто быстрее идет. Что дальше будет? Ладно, пойдем. Ух ты! Так, что тут? Это моя комната. Если ты все осмотрел, мы могли бы зайти и заняться тем, чем люди занимаются на свидании. Зайти внутрь? Знаешь, что, пока не хочу. Классическая картина. Она напоминает мне о самом важном в жизни. Действительно. Дверь закрыта. Ясно. Так, ну давай. Знаешь, мне страшно тут находиться. Это что? Эй! Это те атаки, что я использовал на тебя. Прекрасные воспоминания. Выглядит так, будто это было только вчера. Даже несмотря на то, что это было только что. Интернет. Я там весьма популярен. Осталось всего 10 до двузначного числа подписчиков. А, да? Ну да, подумай. Естественно, за славу приходится платить. Чертов тролль заспамил мою онлайн-переписку. Постоянно шлет мне глупые шутки дурацким цифрами, шрифтом. Да. Так, ну давай сначала. Эта книга одна из моих любимых. Головоломки для критического мышления. Это еще одна книга из моих любимых. Игры с плюшевым зайцем. Концовки всегда захватывают меня. А крутой флаг, не так ли? Андай нашла это у залива. Я думаю, это из мира людей. Так, я знаю, о чем ты думаешь. Почему на человеческом флаге нарисован крутой скелет? Ну, если у меня теория... Есть у меня теория. Я думаю, что люди произошли от скелетов. Да, это точно. Ага. Да, мои фигурки. Отличный способ спланировать ход битвы. Откуда у меня их так много? Что же, давай я, пожалуйста, скажу, что они от улыбающегося дядьки, любящего дарить подарки. Да, верно. От Санты. Так. Это моя кровать. Если я когда-нибудь окажусь на поверхности, я бы хотел прокатиться по длинному шоссе, чтобы ветер развивал мои волосы. Чтобы солнце грело мою кожу. Конечно, это всего лишь мечта. Но вместо этого я люблю, пока сплю. Так, тут что? А здесь нет никаких скелетов в моем шкафу. За исключением меня, временами. Заглянуть в шкаф? Заглянуть? Ну давай, мне интересно. Внутри аккуратно развешена одежда. Круто. Че к нему? Ну, если ты все посмотрел, хочешь начать свидание? Давай. Знаешь, что, мне страшно. Хорошо, свидание начинается. Ого, опять раз. Да сколько ему лет вообще? А вот и мы на свидании. На самом деле, я никогда подобное не занимался. Подобным. Но не волнуйся, нельзя быть готовым без второго половины. Без второй половины. Я взял свод правил о свиданиях в библиотеке. Мы готовы хорошо провести время. Посмотрим. Шаг первый. Нажмите клавишу C на своей клавиатуре. Для окна свидания. Круто. Вавушки, я чувствую себя таким осведомленным. Я думаю, мы готовы для шага 2. Шаг 2. Позвать на свидание. Хм. Человек, я, Великий Папирус, хочу пойти на свидание с тобой. Ну, ладно, давай, да. Да, да. Правда, вавушки? Думаю, это значит, что настал шаг 3. Шаг 3. Наденьте красивую одежду и
Поразите всех. Подожди секунду. Надеть одежду. Это ленточка в твоих волосах. Ты одет в одежду прямо сейчас? Подожди, я чё, девочка? Вообще девочка так. Ага. А, ну там неизвестно так-то кто. И даже раньше на тебе тоже была одежда. Нет, неужели ты с самого начала хотел встречаться со мной? Вообще нет. Ну нажимай. Я его убил. Несмотря на то, что ты решил надеть одежду сегодня, как обычно, был ли твой интерес ко мне чем-то предопределенным? Нет, твоя сила свиданий. Не вздумай полагать, что я уже побежден. Я, Великий Папирус, никогда не был побежден на свидании и никогда не буду. Он на первый раз свидание. Давай ты. Я легко сравнюсь с тобой. Видишь, я тоже надел одежду. На самом деле, я всегда ношу свою особую одежду под обычной. На случай, если кто-то пригласит меня на свидание. Узри! Как здорово. Клёвый чувак. Как тебе секретный стиль? Ну, пойдет. Нет, искренний комплимент. Берешь Йошуа и его свидание. Однако, ты по-настоящему не понимаешь скрытые силы этой одежды. Следовательно, все, что ты сказал, неверно. Это свидание не продолжится дальше, пока не будет найден мой секрет. Но это не случится. Душа людей сильнее, чем души монстров. С другой стороны, туши у нас примерно одинаковые. Там туши, блин. Давай дальше. Сначала на этой майке не было надписи клёвой, но я ее улучшил. Совет эксперта. Вся одежда может быть улучшена таким способом. Моя шляпа? Моя шляпа. Моя шляпа. Ну что ж, ты нашел мой секрет. Полагаю, у меня нет выбора. Это подарок. Подарок специально для тебя. Открою. Это что? Ты знаешь, что это такое? А, да? В виде мозгов. Ну да, я уже знаю, ладно. Спагетти. Это то, что ты думаешь, не так ли? Верно. Но как неверно? Это не какая-то там обычная паста. Это работа мастера. Элегантные спагетти, выдержанные в бочонке из дуба. А затем приготовленные мной, мастер-шефом Папирусом. Человек, пора с этим покончим. Так не может больше продолжаться. Блин, давай откажусь. Давай откажусь. Ну отказывай. Потому что там в волосах. Ты хочешь сказать, ты позволяешь взять их взамен? Потому что ты знаешь, как сильно я люблю пасту? Невероятно. Принять мой подарок и обернуть его против меня. Ух. Ах. Нет. О, тут что-то произошло. Да, что-то, по-моему, улетело дальше, чем надо. Человек. Теперь все понятно. Ты по уши влюблен в меня. Все, что ты делаешь, все, что ты говоришь, это все ради меня. Человек, я хочу, чтобы ты тоже был счастлив. Пришло время мне выразить свои чувства. Пришло время, чтобы сказать тебе... Я, Папирус... Я... Парень, здесь жарко или это просто я... Ох, брось, человек, я... Мне жаль, я не люблю тебя так, как любишь ты меня. Романтический, я думаю, я имею в виду, я слишком переусердствовал. Мне казалось, что поскольку ты флиртовал со мной, я должен был пойти с тобой на свидание. Тогда на свидание чувства бы расцвели, и я смог бы разделить с тобой страсть ко мне. Но, увы, я, Великий Папирус, потерпел неудачу. Мои чувства остались прежними, и вместо этого на свидании я лишь сильнее погружал тебя в твою сильную любовь ко мне. Темную тюрьму страха без выхода. Как я мог так поступить с моим дорогим другом? Нет, стой, это не так. Я не могу все провалить. Человек, я помогу тебе пройти через этот трудный период. Я стану твоим крутым другом. И случаев вроде этого больше не повторятся. И после всего, ты очень крут. Будет очень жалко потерять такую дружбу. Так что, пожалуйста, не плачь из-за этого, что я не стану целовать тебя. Потому что у меня даже нет губ. И однажды ты найдешь кого-то такого же великого, как я. Хотя, нет,
Это неправда. Но я помогу тебе в поисках лучшего. Да. Ох, и если я когда-нибудь понадоблюсь, вот мой номер телефона. Звони мне когда угодно. Платонически. Что же, пора бежать. Все, можно идти и бежать. Вот теперь можно идти, да. Хоть куда? Да. Ну, тут уже все. Теперь они смотрят за мной. Че, теперь куда? Ну, дальше идем. А он точно мне номер телефона дал? Можешь о, звонить. А это рель. Никто не взял трубку. Ну ладно, так жаль. Ну-ка. Дзин-дзин. Снежград, дом папируса. О, вот этот слоган, да? Ой, не туда. Я думал мы в начале, в самом начале. Ну все, продолжаем дальше. Да, можно идти дальше. Да. Ох, тяжело было все-таки, а? Ой, опять? Да что такое? Туман такой, что мне не видно ничего. Ну, как видишь, уже рассеялся, не да. Все видно. О, и тут заканчивается, смотри. Оп-оп. О, что-то новенькое. Это что? Новая локация, да-да. Да? Угу. И до сих пор он вот ледышка плавает. О, новенькие люди. Йоу! А, мы увидели. Угу. Ты тоже здесь прячешься, чтобы увидеть ее? Потрясно! Она наикрутейшая, да? Я хочу быть таким же, как она, когда вырасту. Эй, не говори моим родителям, что я здесь. Это эхо-цветок. Он повторяет последнее, что слышал, снова и снова. Похоже на цитату? Да, конечно. Так, что тут? О, Санс. Что, никогда раньше не видел парня, работающего на двух работах? К счастью, две работы означают два раза больше перерывов. И я иду к Гриблю. Хочешь присоединиться? Грибль. Да, Грибль. Давай, пошли, пошли. А да может пошли. Сначала сфотаться? Говорю. Да ничего страшного, дойдем нормально. Ну, если настаиваешь, придется мне оторваться от своей работы. Сюда, я знаю короткий путь. Да, он всегда знает, как туда попасть. О, как мы быстро. Быстро срезали, да? Привет всем. Эй, Санс. Привет, Санс! Привет, свой Санс! Приветик, Санси! Эй, так, кто говорит? Эй, это которая огонь, это... А, не, утро эй, там. Эй, Санс, разве ты не завтракал здесь всего несколько минут назад? Нет, я не завтракал, по крайней мере, уже полчаса. Ты, наверное, путаешь с обедом. Сюда устраиваешься поудобнее. Упс, смотри, куда садишься. Иногда шутники могут подкалывать подушкой-пердушки. Ну, ладно, давай что-нибудь закажем. Чего захочешь? О, давай фри или бургер, что бы ты съел? Давай, выбирай. Ну, я бы, не знаю, сейчас бы съел фри. Звучит вполне неплохо. Грилби, нам две порции картошки фри. Парил. Вот ты посмотри на него, ты это видел? Скажи, что думаешь о моем брате? Ну, крутой. Конечно же, он крут. Ты бы тоже был крутым, если бы носил такой наряд каждый день. Он снимает его только в случае крайней необходимости. Ну, по крайней мере, он его стирает. И под этим я подразумеваю то, что он в нем смоется. О, картошка приедет. А вот и еда. Хочешь немного кетчупа? Да. Бон аппетит. Вы наклонили кетчуп. Крышка падает, и весь кетчуп выливается на вашу еду. Упс. Забудь об этом. Можешь взять мою порцию. Я все равно не голоден. В любом случае, круто или нет, но согласись, что Папирус старается. Я о том, как он изо всех сил старается стать частью Королевской Стражи. Однажды он отправился к дому главы Королевской Стражи и умолял ее, чтобы его приняли. Разумеется, она захлопнула дверь перед ним, потому что была полночь. Но на следующий день она проснулась и увидела, что он все еще ждет. Поняв его преданность, она решила взять его на воинское обучение. И оно все еще продолжается. Ах, да, я хотел спросить тебя кое о чем. Что-то случилось.
А, ты когда-нибудь слышал о говорящем цветке? Ну, о желтом том? Ну, слышал, наверное. Слышал, конечно. А значит, ты все о них знаешь. Эхо-цветок? А, это тот, который... Это эхо-цветок, нет? Они растут по всему болоту. Скажешь им что-либо, и они будут повторять это снова и снова. Что с ним? Ну, однажды Папирус рассказал мне кое-что интересное. Иногда, кажется, никого нет рядом. Появляется цветок и шепчет ему что-то. Лесть, советы, поощрение, пророчество. Странно, да? Кто-то, наверное, пользуется эхо-цветками, чтобы подшутить над ним. Гляди в оба, хорошо? Спасибо. Хорошо. Хорошо. Угу. Что же, это был долгий перерыв. И я не могу поверить, что дал тебе оторвать меня от работы так надолго. О, кстати, у меня не гроша, можешь оплатить на счет? Всего лишь... О, нет. Шуткую. Грилби, запиши это на мой счет. Кстати, я хотел сказать что-то, но я забыл. Чувак, ну, как обычно. А можно мне съесть? Да, ну ладно, ну с ними разговаривать не буду уже. И опять идти? Да. То ничего не поменялось? Ничего? Нет. Подождем. Он здесь? Кто? Папирус. Нет. А что здесь? Ты, кстати, попал бы туда. Угу. В смысле? Ну, когда сражался бы и проиграл Папирусу, он бы тебя туда бы запихнул. А, да? Блин, он был проиграть. Я посмотрел, а что там внутри хоть? Там ничего интересного. О, прикольно. А мне это... Что-то произошло не так. Ты нажимаю, короче, вверх, вниз. Вот, вверх и вниз нажимаю, видишь? Что ты делаешь? Так, спрашиваю, давай сохранимся. Шум бегущей воды наполняет вас решимостью. Угу. Это сундук. Вы можете положить предметы и забрать их. Только вот зачем? Вы не сможете использовать предметы, когда они в сундуке. С уважением, сундука ненавистник. Что там у меня? Так, ну ничего мне не нужно, да? Забери конфету. А, давай. Все? Все. Подожди. Да, все, все. Куда идти? Там что-то так опасно. Давай вниз. Давай вниз. А, ну ясно. Вот тут только еще. А клянусь, я видел что-то позади этой текущей воды. Да, секретик. Что? Текущей воды? Позади? Да. Позади водопада. А, не ну здесь, я понял, как это. А вон, ну что-то. Вот там здесь? Что-то видно, да-да-да, вон там, иди. О, прикольно. Прикольно, ну ладно. Что это? Просто грибы? Какие-то. На земле лежит балетная пачка. Возьмете ли вы это? Ну давай возьмем. Вы получили старую балетную пачку. Что это такое? Посмотри. Информация. Старая балетная пачка. Защита 10. Ну, наконец-то хоть что-то подходящее похоже на броню. Ну, давай купим, да? Ой, купим. Да, купим. Ага. Используем. Выкипируем старую балетную пачку. Фу, какой-то комар летает, меня прям бесит. Ой-ой-ой. Прям повезло. Бам-бам-бам-бам-бам. О. Привет, Андайн, я здесь с моим ежедневным отчетом. Относительно того человека, из-за которого я вызвал тебя. Так, подожди. Это кто говорит? Вот. Это Папирус говорит. Это тоже Папирус. Сражался ли я с ним? Да, конечно, я сражался. Я сражался с ним доблестно. Что, схватил ли я его? Ну, нет. Я сильно старался, Андайн, но в конце... Я потерпел крах. Что? Ты собираешься забрать человеческую душу сама? Ну, Андайн, тебе не нужно уничтожать его. Видишь ли... Угу. Страшная она. Она. Ну, я понял. Я понимаю. Я помогу тебе всем, чем смогу. Ну, все, пошли. Оп.
Блять, я вижу себя. Видишь? Да ну, вот. Сквозь текстуры, что ли? Ты видишь? Да. Немножко. Ну, что ты хочешь? Вот кто, значит, Андай, но она прям такая... Ну, вот. Подожди еще. Йоу, ты видел, как она тебя посмотрела? Это было круто. Я так завидую, что ты сделал такого, чтобы заполучить ее внимание. Ха, погнали, посмотрим, как она побьет плохих ребят. Лицом грязь. Ну, поцеловал землю, ну что такого? Так. Блин, не посмотрел, сколько мы время. Успеем еще раз? Еще, да, дойти, да, еще одной? И закончим, да? Ну далеко будет? Нет, ну давай, закончим. По-моему, ужас, нет, не помню. Ужас холодно пробегает по коже, но вы не теряете решимости. Холодно. Ой, тут что-то надпись, да? Когда 4 мостовых семени лягут в ряд, они расцветут. Угу. А, ну то есть их просто в ряд расставишь, да, и так. Ну ничего, по-моему, сложного. Да, покамечь. Покамечь, там будет с ними какая-то проблема? Нет. О, прикольно. О. Показалось. Нет. Что, думал, опять машины на раз? Да. О, меня бьют. Арон показывает мускулы. Прогнать, напрячься. Давай ему покажем больше. Давай. Вы напрягали. Вы напряглись, напрягается сильнее, так объех увеличивается. Ого. Контур мускулов? Окс, зажму сильнее. Ему, походу, это нравится. Ну, тут... ну давай, давай, напрячься, можно еще. Арон напрягается еще сильнее, атака обоих увеличится. Круто, я не проиграю. Круто, я не проиграю тебя. Ему нравится. О, нифига себе, на 5 сразу, да? Да, ну так увеличилась атака. Вы опять напрягаетесь. Арон напрягается очень сильно. Он перенапрягался и вылетел из комнаты. Вы победили. Круто. Так. Ну здесь, а что мы здесь? Здесь еще. Тут 4. Секрет теперь. Да? Ну, да. Скажешь мне. Да? Если допущена ошибка, колокол цветик может. Колокол цветения может созвать монстра с именем обратно. Ага. Вот это. Да. Угу. Ясно. Что тут? Почитай, надо, что там написано. Ну, можно и так, ну. Ну, мне просто интересно, что тут написано. Так, 4 сюда, значит. А если 3 в ряд нет, он не будет свести? Не будет. А если, например, там буква Т тоже не будет? Нет, конечно. Так, ну мне надо будет вон туда, да, потом зайти. Если вот сейчас прочитаю, что-то написано. Тут, наверное, про секретики будет написано, нет? Может быть. Может быть. Да я как-то туда не ходила, я прочитала, вот, ну, в смысле, в другом. Поздравляем! Вы провалили Вы провалили головоломку. Ясно. Так, а где секретик? Ну сейчас я тебе расскажу. Да, ой, блин, не знаю. Ну иди, короче, вниз иди. Вот здесь вот, короче, в углу сделать. А, как? Вот сюда встать. Ага, и вот так, и да? Да, да. Давай посмотрим. А что за секретик? Увидишь. Не буду ничего говорить. О, точно, секретная локация. Да. Так, что тут? Я просто не был готов к ответственности. Ну, это историю еще одну рассказывает. В общем. Я просто не был готов к ответственности. Брошенный пирожок. Пирог лежит под этой скамейкой. Возьмете ли вы это? Ну, давай, вы получили брошенный пирог. Блин, я просто не был готов к ответственности. И чё прикол тут вообще? Насчёт чего? Ну, чё за скамейка лежит? Да типа, может... Ну, это, может, история чья-то. Так же. Я... Именно этого я не знаю. О, смотри, тут 4 еще. Так, теперь нам куда? Сюда надо? Так. Подожди. Везде по 3. 3? Это она именно 4, да? Именно 4. А, ну, вот так вот.
Ты прав? А тут по-разному пойти можно. Да? Я ну, по-другому походила. Я не имею в виду. А как по-другому можно пойти? Ну снизу. Это дольше. Как вот так? Ой, вот отсюда? Так? Ага, снизу, вообще снизу прям. А. Звонок. А, привет, это Папирус. Как раздобыл этот номер? Это было легко. Я просто звонил всем подряд, пока не попал на тебя. Так, что на тебе надето? Я спрашиваю для друга. Она считает, что пыльная балетная пачка. Это так? На тебе пыльная балетная пачка? Блин, ну что сказать? Ну да, ну что врать? Не, ну можно сказать, в принципе, нет, ну думаю. Ну он же там что-то сказал, то, что поможет, чем сможет. Ну я, блин, фиг его знает. Он там сильно, он такой человек, то что, ну, не, я, мне докажет, что он там это, сможет ей что-то по-другому сказать. Скажет наоборот что-нибудь. Давай скажу, да, ладно, поверю ему. Значит, на тебе были на балетная пачка. Понял, подмигнул. Хорошо тебе дня. Ого. Давным-давно монстры могли прошептать их мечты к звездам, мечты к звездам неба. И если ты будешь надеяться всем сердцем, твои желания исполнятся. Теперь все, что мы имеем, это светящиеся камни на потолке. Светящиеся, да. Комната желаний. Вон что. Тысячи людей, мечтающих вместе, не могут ошибаться. Король это докажет. Вон сколько много. Ну давай, сестренка, загадай желание. Блин, не. Не успел. О, Мойша. А коснуться, помыть, пошутить, оценить. Это простой, опа, чистить весь мир. Вон черту пятно. А ну хочет помыть меня. Ой, вот сам. Коснуться, помыть, пошутить, помыть его, что ли? Помыть. Вы просите Мойшу почистить вас. Он радостно старший округ. Зеленый значит чисто. Ну ясно. Ой-ой-ой. Ой, вон он. Ну мне О, поймал. Ну хотя бы поймал. Да, мне главное поймать. Ну, я так и знал. С морковкой так же было. Да. Желаю, чтобы моя сестра и я однажды увидели звезды. Ну, вы видите. А я тоже могу видеть. Посмотреть в телескоп? Ну да. Звезды, звезды. Проверь стену. Не это. Не здесь. А, больше ничего. А, вон тут что ли? Так, сейчас. Ах, кажется, мой гороскоп такой же, как и на прошлой неделе. Знаешь, что тут прям это что-то? Вы тут много читаете? Стены испещрены древними письменами. Исписанными. Ну, по-русски, если считать. Да. Вы можете разобрать только следующий текст. Война людей и монстров. Ого, ну будем позже читать, хорошо? Почему люди напали? Ведь им нечего было бояться. Люди невероятно сильны. Мощь души всего одного человека равна по мощи душам почти всех монстров. Но у людей есть одна слабость. По иронии судьбы, это сила их души. Эта сила позволяет душе существовать вне человеческого тела даже после смерти. Если монстр победит человека, то он может забрать его душу. Монстр с человеческой душой ужасно чудовище с непостижимой мощью. Это изображение странного существа. Этот рисунок чем-то сильно вас тревожит. Какой? Какой? Что за рисунок? Я бы посмотрел. Ну, увы, а. Опа! Вот сейчас убегать будешь. Ой-ой-ой! Она меня еще убьет! Что, стой? Давай, живи как-то, живи. Ой! А ты представляешь, откуда нам начинать? Я не хочу оттуда начинать. Спрятался. Фу. Блин, всего три осталось, надо было раньше.
Да нет, давай не будем сейчас драться, пожалуйста. Убила меня. Да, конечно. Ха-ха, за глаз хватило. Ну все, отлично. Ну, ты хорошо. Фух. Вот каким образом? Не знаю. Йоу, ты видел это? Она только что тронула меня. Я теперь не буду мыть лицо всю свою жизнь. Чувак, тебе не везет. Если бы стоял чуточку левее, йоу, не волнуйся. Я уверен, мы ее снова увидим. Так, нам надо быстрее, пока на нас не напали. Фу. А можно сейчас вещи? Тебе зачем? Не надо? А. Тут, тогда, короче, ты сохраняешься, тебе сразу. Я понял. Писк. Да, я понял. Этот кусочек сыра находится здесь так давно, что заброс магическим кристаллом. Он прилип к столу. Ясно. Понимая, что однажды мышь найдет способ извлечь сыр из таинственного кристалла, вы наполняетесь решимостью. Ну и... Да. Все, на этом надо заканчивать. Блин, так интересно, хочется дальше прям, но... Ну, будет видео каждый день, так что у нас на нашем канале каждый день видео, и мы каждый день играем, и каждый день вы будете смотреть. Так что до завтра, может быть, чуть-чуть попозже выйдет видео. Так что, если внизу есть ссылочка, то переходите и смотрите дальше. А если нет, то можете подождать, подписаться на канал, и вам придет оповещение. Так что, да, сейчас мы прощаемся с вами. Всем удачи! Подписывайтесь. Да, всем пока, пока, всем пока. Удачи и подписывайтесь на канал и ставим лайки, кому нравится. Пока-пока.